Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Дионис. Я сегодня в необычных для себя условиях. Дело в том, что я нахожусь не дома, а на отдыхе. То есть сейчас я нахожусь в гостиничном номере. И сегодня в магазине я приобрел вот такой вот коньячок. Это Ной. Limited Edition. 7 лет. Вот такая интересная коробка. Хочу его достать. Вот такая вот бутылочка. Хочу его открыть и налить в рюмочку. Единственное, в чем проблема, что у меня здесь нету привычного бокала. Поэтому налью я вот в такую вот рюмочку свою походную. Я обычно, когда куда-то уезжаю, беру вот такую вот рюмку. Это старый-старый добрый чешский хрусталь. Вот я наливаю его сюда. Немножко будет необычная дегустация, потому что коньяк раскрывается в таких рюмках немножко по-другому, чем в привычных коньячных бокалах. Ну, давайте посмотрим, что же из себя представляет коробка. Так. Ну, очень добротная коробка, такого красивого зеленого цвета. Ограниченный выпуск. 7 лет. Собственно, больше ничего на коробке не написано. К сожалению, у меня еще и нету лупы с собой. Поэтому, насколько получится прочитать, я думаю, особо и не получится прочитать, потому что написано все очень мелко. Бутылочка привычная для Ноя. Ну, красиво так оформлено. Все в зеленом таком цвете. Ограниченный выпуск. Вот то, что крупное, прочитаю, а то, что мелко, извините, нет. Итак, коньяк марочный, выдержанный, КВ, Ной, Limited Edition, 7 лет. Место происхождения винограда – Республика Армения. Регионы Армавир, Арарат, урожай 2013 года. Ну, собственно, больше я ничего здесь не вижу. Единственное, здесь есть выштамповка на бутылке 23.05.22 года. То есть достаточно свежий разлив. Вот такая вот интересная бутылка. Вот пусть тут стоит. Ну что ж, а я предлагаю... Ну, цвет, конечно, обычный, коньячный. Ножек тут не видно, потому что и места нет, где разгуляться. Давайте я подышу этим напитком. Ну, конечно же, из такой рюмочки сильно много не услышать. Но, тем не менее, приятный коньячный запах тут есть. Пахнет сухофруктами, чернослив, изюм, курага. Бочки не чувствую, спиритуозности не чувствую. Поэтому, я думаю, рот нам скажет больше, чем нос. Итак, ваше здоровье, друзья. На вкус несколько ощущается спиритуозность. Ну, конечно же, он мало подышал, но чуть-чуть чувствуется и бочка. Терпкость, танинность чувствуется. Чувствуется горечь дубовой бочки. Чувствуется шоколад. Чувствуется темный шоколад. В общем, все очень неплохо. Такой сжатый выпуск. Могу смело рекомендовать этот коньяк. Соотношение цена-качество очень достойное. Итак, друзья, спасибо за внимание. Спасибо, что были на канале. Желаю всем хорошего летнего отдыха. Вернее, уже осеннего отдыха. Всего доброго и до новых встреч. До свидания.